Покажем такой номер. Что-нибудь из свеженького. Покажем, да. Номер, который называется «Объявление о продаже квартиры». Как это бывает? Здравствуйте. Здрасте. Ну, что? Квартирку буду продавать. Без проблем. Смотрите, пишем объявление так. О продаже. Грамотно. Так. Размещаем на всех столбах, да? Так. И все, квартира улетает. Ну, просто. Супер. Я объявление составляю уже 30 лет. Я давай. Знаю. Смотрите, пишем. Да. Да. Продается квартира. Да. В центре города. Ну, не совсем в центре там. Недалеко от метро? Ну, не так, чтобы недалеко там. Ну, сколько вы до метро добираетесь? Ну, 2 часа. 2 часа, ну, 120 минут. Несколько минут до метро. Несколько минут до метро. Так, что там у вас рядышком? Давайте. Ну, значит, я выхожу и справа кладбище сразу. Спокойный район. Да. Спокойный район. Так, прекрасно. Там так. Такая тишина. Что там еще у вас? Расскажите. Да. Ну, значит, кладбище. Да, да. Тут да. Мусоросжигательный завод сразу. Вот. А между ними карьер. Карьер, да. Да. Но там красота. Старик, ты что? Там водичка, эти уточки плавают. Да. Там, где ритуальное убийство было на прошлой неделе. Вот. Развитая инфраструктура. Да. Развитая инфраструктура. Очень все развито. Где это вообще? В каком районе? Где? Ну, вот Бровары, знаете? Ой, елки. Вот еще вправо 70 километров. Ох. Что там у вас? Там магазин, почта есть? Там? Потом табличка Васильков налево. И оттуда еще выходишь и на маршрутке 20 минут. Магазин, почта есть там? Не, ну какая почта? Там уже кусты пошли, лес. Все. Фу. Лес? Да. Затерялся. Экологически чистый район. Да. Экологически чистый район. Вот и все. Так, да. Давайте подробнее. Давайте там подъезд. Заходим в подъезд. Да, справа дядя Коля, бомж в коробке живет. Охраняемый подъезд. Да, никто не заходит. Охраняемый да. подъезд. Да, да, да. Так, сколько у вас там комнат? Сколько? Значит, вот я открыл дверь, так. Вот я зашел. Ну, вот как бы и все. А коридор есть? Какой? Маленький такой. Вот, двухкомнатная квартира. А чулан? Есть. Чулан, есть. Трехкомнатная квартира. А в чулане с дядь Колей день рождения отмечали, он так бам, упал в стену в кухню, вывалил. В кухню? Да. Студия. 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 Все. Я еще и говорю, приз в студию. Он так, да. Балкон застеклен? Да, а потом пошли курить на балкон, и дядь Коля как-то бычки выбрасывал, не попадал, все стекла повыбивал вообще. Так я целлофановым пакетом заклеил. Стеклопакет! 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 Все, супер! Так, что там дальше? Телефон есть? Ну, телефон есть, ну не пишите, там долг 2000 гривен не надо. Не буду писать, не а надо. Потом придет клиент и скажет, о, у вас телефон есть, будет сюрприз. Да, офигительный будет сюрприз, да. Так, так кухня пишу, просторная. Ну, да, просторная, так, в скобочках, так. Ну, какая там кухня у вас? Ну, вот я вот так залез, вот так вот макароны поел, руки об штору вытер и вылез. Уютная кухня. Уютная. Фу, санузел раздельный? Раздельный, я пишу раздельный. Ну, зачеркните, раздельный. Смежный? Смежный в кавычках можно. Что там у вас? Ну, в общем, ванна такая старая, здоровая, и мы в нее писаем. Занавеска есть над ванной? Да. Раздельный санузел, да, что вы думаете? Так, кабельное телевидение есть? Да, да. Все. Слава, сколько там каналов у вас? 6. Порнуха есть? На 6. Ну все, я пишу 100 каналов, после 6 никто смотреть не будет. Да, это я согласен. Так, все, перечитываем, да? Да. Квартира, так, несколько минут на метро. Да. Так, охраняемый подъезд. Ну. Слушай, а неплохая квартирка, у вас 3 комнаты. Да. А можно подъехать посмотреть? Слушай, я А сейчас, вы знаете, такая ситуация, недвижимость... Я могу поторговаться. Дорожает. Давайте я посмотрю, мне интересно. Вы такие... Я заинтересовался. Я передумал. Давайте я подъеду. Я пока прямо сейчас. Итак, случай в приемной у Игоря Кондратюка. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Чешется вы, Игорь Кондратюк? Да, я Игорь Кондратюк. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Я приехала до вас с места Левим! Очень приятно! С места Левим приехала до вас, потому что вы Игорь Кондратюк? Да, да, я Игорь Кондратюк. Да, да. Да. Так что, какие вопросы у вас? Я бабушка Виталика! Какого Виталика? Я какого? Кузловского! Кузловского! Очень приятно. Да. Очень приятно. Так, ну и, собственно, ну что, что, пришла жаловаться до вас? На что? Бо вы нам Виталика испортили.
Чего это мы испортили? Ну як це він поїхав до вас у Київ і попав у блуд? Какой блуд? Ну як це? Я вам розказую. Дзвонили до нього, десь було десь, може вже пів одинадцятого було. Вже поздно було, так. Поздно. Я дзвоню, він підвипивши такий, піднімає трубочку. Я чую, чую, він пив, пив, пив. Так, ну, да? Ну. Да? А ще дівчата, пищать дівчата якісь там. Хі-хі-хі-їм, ха-ха-ха-їм. Там всім весело. Ну, і що? Я кажу, Віталічик, внучик, що ти робиш там? Він каже, нормально, бабушка, я работаю. Работаю. Ні, це нормально, він звізда, у нього є поклонниці. А що ви тут? Наші ми ті поклонниці, у нього є Оксана у Львові. Яка Оксана? Яка Оксана? Білопольських дочка старшая. Хороша девочка, на юриста учится, вона там и готовить, и на самодеятельность, и на хор, стоп, и батько такие у них. При чем тут Оксана? Что вот меня... и я кажу, при чем? Мне кажется, что Виталик пье. Так, стоп, секундочку. Как вас зовут? Мария Федоровна. Так, Мария Федоровна. Заслуженный библиотекарь міста Левів. Мария Федоровна. Голова домового комитета, виконуючий обов'язки. Какого комитета? Коли дом строили, долго думали, чи це его в ЖЕК передавать, чи в домовой комитет. Решили передать домовому комитету. Так, какие ко мне вопросы конкретно? Вот теперь конкретно до вас. Так. Конкретно до вас. Яка у вас там должность? Я продюсер. Продюсер? Да. Так, продюсер. Продюсер. Це як по-старому? Це начальник производства чи директор? Ну, начальник, фиг с ним производства, ну. Начальник производства. Да. Тоді конкретно до вас. На що ви Віталіка заставляєте петь? Ви що, не бачите, що це не його? У нього ці концерти, у нього все таке, там все, він зайнятий. Я йому дзвоню, кажу, Віталічик, приїдь, внучок, приїдь. Він, бабушка занят, бабушка концерти, бабушка занят, бабушка концерти. Я взяла йому, сама купила ці білети, плацкарту, конверт отослала. Думаю, може грошей нема? А що ж там взяв? Він ж так маленький був, любив плацкарти їздить. Так, ляже на другу полочку і так дивиться в окошечко, дивиться, дивиться. Такий же ж Віталічик такий. А скільки ж там їхать? Вечором сів, всю ночь проїхав, встав, ще 6 часов на маршрутці, вийшов, я зустріла, да і все. Понятно, я понял. А там огурчики, помидорчики, варенье ему накрутило с повидлом. Что конкретно вам нужно от меня? Что конкретно? Конкретно до вас. Что конкретно мы... до вас. Да, что... Де сейчас мой Виталик? Он сейчас на концерте с Натальей Могилевской. В чем дело? Это Могилевская? Мне кажется, она пьет. Могилевская, она не пьет. Ах, она не пьет? Да. Тогда еще хуже. Она сектантка якась. Какая сектантка? Ну як це з цим лисим, з ямой своїм? Зробили секту по бальним танцям. І ходять. Бабушка, а цього лисого теж зробили кумира мені. При Брежневі на такого б ніхто й не подивився. Бабушка, я спішу просто. У мене встреча з Кузьмою зараз. Оцей я... Кузьма ваш, мені кажется, що він точно п'є. А що ж таке? Ну, бабушка, я звіню. От з тим лисим своїм, що гроші носить, бальнуватий ото такий. Ото з ним п'є. І та група ото, балет-квест, от з ноздрями, отаке у них пороблено. При Сталіні таких би на следующий день розстріляли. При чому тут Сталін взагалі? От і я кажу, при Сталіні порядок був. А то я слю ці тікетки на акцію Славучич, хоч би кепку якусь виграла. Бабушка, в чому діло? Що ви від мене хочете? Що таке? Розкрутіть мене. Я вас раскручу. Да я буду петь с Виталиком в дуе. Не надо с Виталиком. Вы же не слухали, как я пою. Я не хочу, я не хочу. Послухай. Где ж ты был целый день? Где ж была гусь? Охрана есть у меня, пожалуйста, заберите. Я умоляю. Домой, все, домой. На электричку, на маршруточку, домой. Небольшой музыкальный номер, естественно, политический. Называется он так. Ария депутатов прошлого созыва. Подошел к зданию Верховной Рады, я так переживал, что у меня даже вспотели ладошки. А потом я зашел в сессионный зал, сел, нажал на кнопку, у меня даже была эрекция. Хорошо, что никто не заметил. А
меня выбрали по Винницкой области. Как жаль, что за 4 года я там так ни разу и не был. А на первое заседание я не пришел, потому что мы поехали в сауну, взяли дешевых проституток, потому что депутат должен общаться с людьми из народа. Но все эти фишки с проститутками в сауну, с служебными машинами, это только по началу. А самый жир начинается, когда ты понимаешь, что можешь лоббировать законы и получать нехилые откаты. Я начал приезжать в Верховную Раду ближе к обеду. Мы обсуждали законопроекты только по дороге в столовую. Там можно было заказывать осетрину, семгу, пельмешки, вареники, суши, сашими, венгерские вина, куропаток, куриные ножки, стаканчик сметанки. И заплатить за все 12 гривен. Ребята из партии регионов говорят, ты клёвый пацан, айда к нам в партию. А я подумал, действительно, чего это я туплю, делать ничего не надо, и платят 10 раз больше. А у меня был шок, когда в туалете Верховной Рады я увидел, как Тарас Черновол нюхает наркотики. Я подошел и сказал, Тарас, ты что, ты в своем уме, это же Верховная Рада, делиться надо. Еще была одна клевая фишка, это когда нам дали на развитие Украины 20 миллиардов долларов. Мы украли 10, осталось 6, непонятно какая сволочь украла еще 4. Однажды я в боулинге натер мозоль на большом пальце и не смог нажимать кнопку. Но самое неприятное случилось, когда Ющенко взял, ни с кем не посоветовался и тупо распустил парламент. Пусть хлопают. Пусть хлопают? Да, прощайся. Счастливо.